откуда ни возьмись, появилась Загира Гульфия в старом халате. Мукба начинается, товарищи. Я здесь нашла мясо. Очень вкусно. Она американское мороженое колдерла. Он тебя любит. Да, Сина. Хочешь тебе, спроси его. Сегодня вышли в ТикТок. Целых две недели нас не было. Да? Да. А где вы были? Даже уже на мою страницу зашли. Да? Вас спрашивали. Вера. Серьезно? Да. Дайте я подскажу, Вера. Расскажите, где вы были. А, кушать. Мы где были? Да. Садись кушать, Вера. У нас Денис отрабатывал нашу страницу. Мы же задумали миллион получать. Да, мы хотим заработать миллион подписчиков, миллион рублей. Миллион подписчиков, миллион просмотров хотим. И вот с Денисом пошли в сотрудничество. Короче, проворачиваем аферу. Аферу проворачиваем. Да. Наблюдайте за нами. А то надо, там пишет Агербаева, что ли, как ее зовут-то. Типа, маму ваш аккаунт поднимает. У Загира Вальфии больше, чем у мамы. Парикмахер, да? У тебя пишут, деревенского парикмахера больше. Я еще хочу сказать. Оставь пока. Давай. Я хочу сказать, что если бы не было оператора и режиссера, не было бы этого ролика. Конечно. А то бы эти мама да мама. Это я. Утерманга. Дай мне за него этот хлеб. Это я главная. У вас тоже родители есть, товарищи. Так что вы можете это делать. Активно свои проявлять. Тебе не нравится хлеб? Я дай сладенький другой. Это не нравится мне. Мам, забери за хлеб, а? Вам ходу куда-нибудь так положи. Как вкусно. Под дерев. Альфия сварила суп. Видишь, что вам грибы ну, так мясо. Давай. Опять спинки, опять эти шейки. Мам, почему ты шейки кушаешь? Все говорят, зачем там уже мясо мягкое? И вот у меня здесь хлеб. Охрененный хлеб. А-а-а. Я сегодня пойду, мам, ты убралась. Сейчас пойду, короче, я учистить все вещи буду выкидывать. Всем она тема. Это Ангербарова или какой там? Надо понять, что пенсию мы у бабули не забираем. Да. Бабуля пользуется своей пенсией. Мы сами оплачиваем все. У нас она еще приходит к нам и кушает. У нас семейный подряд, да, товарища. А ты, солнышко мое, разберись все-таки, почему у тебя такая хуйня? В жизни. Что ты к чужим заходишь? Да, к чужим заходишь и осуждаешь. Разберись в этом. Ты ведь нехорошее дело делаешь. Все в комментарии пишешь. Угу. Тебя один раз уже подкрыли, такое ощущение, что ты бухая. Да? Грешница. Подбухиваешь. Я ролик отправила, видишь? Так. Ну, хлеб уже старый. Я тебе лично так буду отправлять мамкиные ролики. А там, где ролики группа, там только вот эти парикмахерские будут. Поняла, да? Угу. Ладно. Все. Куда личу-то? А, все, в группу и туда. В личку я тебе Загирова отправляю в мамкины ролики, которые снимаю иногда. Так что, ребята, если мамка была без оператора и без режиссера, вы бы никогда ее не увидели. Так что благодарите не мамку. Цените оператора. Благодарите меня. Это я мамку показываю, вам радость даю. Вы благодарите за то, что вам радость дается, что вы мамку можете видеть, лицезреть. Это разве не чудо? А вы меня ругаете. Так я вас блокировать буду, и вы не увидите мамку. Никогда в жизни. Вы так хотите, что ли? Хотя, в принципе, я не блокирую никого. Ой. Да? Я позволяю каждому человеку проявиться на моем аккаунте. Выдавить всю свою боль, разгрузиться, потому что он по-другому не умеет счастье себе давать. Он может только осуждать. Да, вы можете только осуждать. Вкусно. Сейчас пойду выгребать мешками мусорку. Я сейчас тоже пойду. Мне сейчас надо на ногу одеть что-то. Как вкусно. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает кинзы. И перца. Так что, ребяточки, миленькие мои, вы только пишите, самое главное. А я вам буду отвечать. Вот так.
Я вам желаю только здоровья, любви, радости. Все. Я желаю вам, чтобы ваши сердца открылись, чтобы вы Бога познали, чтобы у вас любовь ко всему была, ко всему, и возлюби врага своего, как самого себя, чтобы вы в каждом видели любовь, в каждом видели Бога, к каждому относились сострадательно, и даже ко мне любовь этот проявляли. Вот я вам этого желаю. Если у вас будет любовь, у вас все будет. Вот поверьте мне, и счастье, и радость, и любовь, и все-все. И благополучие. Все, спасибо.